Алиф, Бет, Далит и Гимел, бык, дом, дверь и верблюд. Финикийская Алиф стала греческой Альфой, Бет – греческой Беты, Далит стал Дельтой, Гимел стал Гаммой. В финикийском, как и в египетском, гласные не писались совсем, а греческий был певуч, как гекзаметры. Поэтому греки вокализовали алфавит финикийцев. Алиф они сделали первой из гласных. Из финикийского хэ сделали эпсилон. Из финикийского хэт сделали эту. Из финикийского айн – омикрон. Наконец, они сами придумали букву омегу. 24 греческих буквы для греков ничего ровно не значит. Это просто сигнал. Но именно рядом с этими 24 почти что в мгновение ока возникло прекрасное, живое, необычайное по своей человечности искусство Эллады. Именно он, алфавит, стал материалом поэзии и философии, подобно мраморным квадрам, из которых греки строили прекрасные здания. Менин аэдетеа пелея до ахиллеос. Божественный!